12 июля 2023 года. Городской округ, город Дивногорск, село Овсянка. Идет реконструкция вокруг музея Астафьева Виктора Петровича. И, так знаете ли, кругами идет реконструкция. То есть магазин, площадь около магазина реконструируется, и памятник участникам Великой Отечественной войны тоже идет реконструкция. И вот видите, какие бухты красные стоят. Это все провода, которые вот здесь вот по верху, они все будут спрятаны под землю. И это будет только фонари освещения будут. А все провода силовые будут спрятаны под землю. Вот сейчас вот так вот выглядит реконструкция. Уже, ну, наверное, уже вторую неделю. И по срокам к 1 сентябрю все закончат. И все будет красиво. Но благодаря моему видео Рыбакова из Дивногорска мы будем видеть, как это было, когда была стройка. То есть стройка, да, мероприятие грязненькое, вроде все перекопано, но тем не менее, когда это все закончится, это будет красиво. Подписывайтесь на мой канал Рыбаков из Дивногорска в Яндекс.Дзене. Село Овсянка, 12 июля 2023 года.